Не вовремя затормозил. На мосту в Ленинский район маршрутка врезалась в Хонду. Микроавтобус разогнался вслед за легковушкой, но когда иномарка резко сбросила скорость, водитель такси не успел сориентироваться. В результате ДТП образовалась километровая пробка. Движение в сторону Ленинского района было практически парализовано. Неудачно встретились на дороге и другие водители. На пересечении улиц Цвиллинга и Коммуны дорогу не поделили иномарка и ВАЗ 6-й модели. Скорее всего, шофер отечественной легковушки объезжал пробку по трамвайным путям. Лихач на иномарке, возможно, решил последовать его примеру, но не заметил попутный автомобиль. В результате столкновение. А на этом видео из Копейска водителю чудом удалось избежать удара. Водитель совершил опасный маневр и сумел объехать иномарку.